Всем привет! С вами канал Все про Android и продолжаем, как я уже в предыдущем видео говорил, обзор интересных приложений, которые могут пригодиться в повседневной жизни. Сегодня я хотел бы поговорить о программке, которая называется GPS to SMS. Программка меня порадовала и скажу сразу, что даст возможность вам, ну, скажем так, не заблудиться или сообщить, где вы находитесь при помощи обычного SMS-сообщения. Сейчас на многих смартфонах, планшетах есть GPS, установлены Google карты. Так вот, данное приложение, оно позволяет вам передать координаты по SMS и открыть данные координаты непосредственно в Google Maps или в программке Navitel. Многие пользуются программой Navitel для определения координат. Вот скажу сразу, что данная программка работает и с программой Navitel. Но я продемонстрирую, как все дело работает в Google Maps, поскольку Navitel установлен не у всех. А сейчас коротко перейдем к настроечкам данной программки и посмотрим, как все это дело будет выглядеть и как все это дело организовано. При первом включении вам необходимо будет включить GPS для того, чтобы программка определила координаты. Я все это дело уже сделал. Вот сейчас у меня есть координаты, которые я программка определила. Я их сохранил. Есть возможность, как я уже говорил, сохранить координаты. И сейчас мы данные координатки отправим на второй смартфончик и посмотрим, как все это дело будет выглядеть. Выбираем координаты, которые мы сохранили. Есть возможность, как я уже говорил, просмотреть эти координаты на карте сразу же, то есть прямо на вашем Android устройстве сохранить координатки в буфер обмена и расшарить при помощи всевозможных фоновых служб. И мы сейчас все это дело отправим при помощи мессенджера, то есть обычного SMS сообщения. Выбираем контакт, на который мы хотим отправить. Вот я отправлю на телефон своего сынишки. Отправляем. Сообщение будет отправлено и дожидаемся, пока сообщение придет на второй Android смартфончик. Вот, сообщение отправило, и на втором смартфоне у меня выставлено открывать данный тип сообщений при помощи Google Maps, и дожидаемся, пока подгрузятся карты, чтобы убедиться в том, что наше местоположение. Вот видите, что открываются карты сразу. SMS такого плана отправляется в Google Maps и прекрасно все отображает наше местоположение. Как вы видите, все великолепно работает. Если вам необходимо указать вашим друзьям, где вы находитесь, если же у них не активирована функция там отображения, то перейдя в само приложение SMS, мы сможем все это дело открыть. Вот, допустим, данный SMS как выглядит. И по ссылочке, у кого сразу не активно, можно нажать «Открыть URL» и посмотреть, опять-таки, при помощи Google Maps, где это все дело находится. Но я активировал открытие SMS данного типа при помощи приложения Google Maps. Поэтому вот так все это дело великолепно выглядит и работает. А сейчас коротко о настроечках самой программки. В принципе-то рассказывать о программе многое не надо. Все и так понятно, как я уже говорил. Сейчас зайдем в программу. Настроечки. Все, что необходимо сделать, это поставить определенные галочки. То есть вы можете выбрать тему оформления, выбрать текст SMS, который будет в вашем SMS перед координатами. И если вы пользуетесь, к примеру, программкой Navitel, то вот на подкладочке «Отправлять SMS в формате Navitel» можно поставить галочку. К сожалению, у меня не стоит Navitel, я пользуюсь другой программкой, но по отзывам на сайте FOPDA программка прекрасно справляется. И если вы получаете SMS в формате Navitel, то, к
координаты места вашего расположения будут отображаться в программке Navitel Content, хотел сказать, просто Navitel. Поэтому вот так коротенький такой обзор приложения, которое называется GPS to SMS. Я показал, как все это дело работает. Настройки несложные. Поэтому, если вас заинтересует данная программка, по ссылочке в описании видео сможете установить и использовать данную программу по своему усмотрению. Думаю, очень будет программка полезна грибникам. Или же, если вы едете к кому-то навстречу, то можно будет отправить свои координаты с указанием места, чтобы человек мог вас найти. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!